Александр Кузнецов, и у меня для вас есть замечательная новость. Недавно наша компания Skyway Capital открыла представительство в городе Апатиты, и у нас уже появились первые инвесторы из этого замечательного города. И сегодня я хочу торжественно вручить сертификат нашему молодому инвестору Илье Ямарзову, кстати, который является чемпионом по скалолазанию по Мурманской области. Вот, Илья, пожалуйста, тебе сертификат на приобретение пакета акций Skyway. Также тебе, конечно же, пакет документов, который подтверждает то, что ты являешься владельцем. Это пакет документов из 31 листа, в котором прописаны все твои права. Все закреплено британским правом. И, Илья, скажи, пожалуйста, какой пакет акций ты приобрел и планируешь ли ты в дальнейшем еще докупать себе акции для того, чтобы их, конечно же, было больше? Ну, приобретал я пакет акций за 32 тысячи. На то время мне еще дали бонусом 1500 акций. В итоге мне получилось 33 500 акций. Вот. Конечно же, в дальнейшем я планирую докупать акции, даже не сомневаясь в этом. И думаю дальше развиваться. Илья, скажи, пожалуйста, а за сколько ты приобрел этот пакет? Данный пакет я приобрел за $200. Вот. То есть, друзья, Илья приобрел за $200 пакет акций, номинальная стоимость которых при выходе на биржу, ориентировочно в 2017 году, при выходе на IPO, одна акция, $1, то есть за $200 приобрел пакет акций, потенциальная стоимость которой в ближайшее время будет минимум $33 000. Илья, скажи, пожалуйста, а что тебя побудило стать инвестором? Были, наверное, какие-то сомнения поначалу у тебя? Ну, не так давно мы познакомились с Александром, и как-то по ходу дела он мне рассказал о такой известной компании, как Skyway Capital. Вот. Ну, начал мне рассказывать, что это за технология. Стало очень интересно. В итоге этих общений я начал читать данный материал, то есть стал более глубоко углубляться в изучении данных. И в итоге мне действительно стало это интересно, действительно стало понятно, что это такой серьезный проект и что в него нужно вкладываться. Илья, скажи, пожалуйста, а вот сама технология, насколько тебе интересна, вот именно струнный транспорт Юницкого? Вот действительно ли ты видишь потенциал развития этой технологии на рынке? Ну, конечно, то есть, когда я изучил более детальный материал, мне стало действительно это... Ну, интересно. Конечно, да, это действительно стало интересно, что это технология ближайшего будущего и что конкурентам данной технологии на сегодняшний момент не существует. Ясно, Илья, спасибо большое. И, наконец, скажи, пожалуйста, что ты пожелаешь тем людям, которые еще как-то сомневаются, стоит ли инвестировать в данную технологию, не стоит, может быть, какие-то пожелания дашь? Ну, что я могу советовать? Если вы действительно сомневаетесь, то не делайте поспешных выводов, более детально изучите материал, более детально подойдите к этому делу, и после этого, я думаю, у вас не возникнет больше вопросов, вкладываться все же или нет. Но думаю, что лучше все-таки вложиться, не упустите свой шанс. Друзья, большое спасибо за внимание. Мы ждем вас по адресу Дзержинского, 35, офис 520. Здесь находится представительство нашей компании. Ну и с Ильей мы прощаемся. Дай пожму тебе твою сильную скалолазческую руку и пожелаю тебе, конечно же, успехов. Ну, друзья, с вами я прощаюсь. До свидания, до новых встреч. С вами был Александр Кузнецов.